Что происходит? Дед, у меня игра глючит. Охренеть, что с игрой? Что за дичь? Я ничего не делал. У меня 3 часа ночи, игра с ума сошла. Она сейчас взорвет мой комп, я не знаю, что случилось. Во, пошло, давай. Охренеть, смотри. А! Так, где он? Куда он? О, здесь, смотри. Офигеть, смотри на него. Чего это такое? Это кто? Привет! И это снова FNAC Remaster. Вам игра настолько понравилась, и вы все комментарии под прошлыми видео исписали про одну уникальную пасхалку с Shadow Candy, где надо в меню экстра посмотреть на крысу. Я догадывался, что здесь что-то не так, и спасибо, что подсказали мне. За Shadow Candy однозначно лайк прямо сейчас. И это канал FNAF Play, а я медвежонок Фредди. Погнали поскорее посмотрим эту офигительную пасхалку и попробуем продержаться ночь с Shadow Candy. Но прежде чем мы начнем играть, мне посоветовали еще в настройках поставить, точнее убрать одну галочку, вот эту галочку, типа если я уберу, то мне будет удобнее закрывать и открывать двери. Я не знаю, насколько это правда, я попробую, потому что тоже много комментариев было на эту тему, я читаю комментарии, друзья, поэтому погнали, посмотрим на крысу и узнаем код. Код у всех, кстати, рандомный, у всех он появляется рандомно, поэтому вы спамили мне код, но он не подходит, потому что коды рандомные, кстати... Тут, кстати, какие-то новые режимы появились, но это, видимо... А, во, вот этого мы не видели, кстати. Или мы это видели, я что-то не помню. Мы смотрели это с вами или нет? На самом деле, вот не помню. Кстати, про пасхалку с игровым автоматом из PopGhost тоже писали. Тоже мы ее видели, но я как-то про нее внимания не обратил, ну да ладно. Стаканчик, кстати, так, стаканчик с глазами, это тоже пасхалка. Я не знал, реально, но у меня часто появлялся. Так, а крыса? Не понял. А, крыса здесь, все, спокойно, все, сейчас внимательно, сейчас все офигеют, потому что кто-то, возможно, не знает про эту пасхалку, но, смотри, музыка играет, и сейчас музыка не играет. Давайте посмотрим на крысу, она скажет нам код, и это будет офигенно. Надеюсь, я сразу как-то его запомню, потому что я не знаю, как его запомню, хрен его знает. В общем, смотрим на крысу и... Во, пошло, давай, я постараюсь запомнить код. 12-20-20-0-5-4-2. Я запомнил. 12-20-20-0-5-4-2. Крыса, иди отсюда. 12-20-20-0-5-4-2. Ну-ка, погнали быстрее. Значит, так, 12-12-20. Это будет сложно. 20-20-0-5-4-2. Два, друзья, вот он наш код, у каждого он уникальный, у каждого код свой, и я готов увидеть эту секретную ночь прямо сейчас вместе с вами, друзья. Ставим лайк прямо сейчас, надеюсь, у нас получится продержаться, это будет просто офигительно. Это, вроде бы это просто седьмая ночь, но сейчас будет что-то не так. Я уверен, появится 13-я камера, да? Я не знаю, что вроде бы получше стало, но это не точно. Подожди. А! Охренеть, Shadow Candy, смотри! А где 13-я камера? Shadow Candy появился уже. Надо на него посмотреть, да? Я смотрю на тебя. Смотри, Shadow Candy. И чё? И чё? И чё ты на меня пыришься? У него, кстати, глаза не светятся. Он тупо на меня смотрит, и ничего не происходит. Может, чё-то я опять сломал игру, походу, или чё? Охренеть, смотри! Жесть, это Shadow Code. Это код тень, теневой код, Shadow Code. Блин, это, ну это неизвестная ночь, секретная ночь. Началось, фиолетовая ночь. Фиолетовая ночь, твою мать, все фиолетовое. Кот, что с тобой делать, ты пасхалка, тихо, что делать-то? 13-я камера, Shadow Candy лежит на... Так, где он, куда он? О, здесь, смотри, офигеть, смотри на него. Ты куда исчез? Ты куда исчез? Куда ты исчез? Ты, котяра! Вот! Подожди, я не понял. Мы его спугнули обратно? Так, он опять ушел. Куда ты ушел? О, блин, ты что меня так пугаешь? Офигеть, он трясется как псих. И что, он назад ушел? Подожди, мы его спугиваем. То есть, смотря на камеры через него, мы его спугиваем. Зачем? У нас еще кот появился, кстати, на колонке. Я не видел справа кота. Опять ушел.
Нам надо его найти, я так понимаю, да? Тихо, вот он, вот он, вот он. Да куда? Вот он. Подожди, в смысле, я его не видел только что. Он в дневном режиме не появляется, в смысле? Это нулевая камера, смотри, это нулевая камера, написано ноль. Нулевая комната. Это, ну, это секретная комната, как во ФНАФах во всех было, прикинь. Где эта сволочь? Я его не вижу, я его не вижу. Мне хана, мне хана, мне хана, мне хана. Вот он, стой! Его реально не видно, смотри, его не видно в темноте, офигеть! То есть его не видно в темноте, его не видно при свете. Как с ним бороться? Это же жесть какая-то. Слушай, твои лайки тут просто необходимы. Чтобы справиться с Shadow Котом и завалить его, нам нужно очень много лайков набрать под этим видосом. Ты представляешь? Это же Shadow Кот, это же обосраться можно. Все, мне хана. Мне хана, он меня убьет. Он меня убьет, он уже идет за мной. Ты понимаешь, что он за мной идет? Где? Да его нету! Все, мне хана, да? Я умер. Это смерть. Да его нету нигде, алло, вы чё? Вот он. Да стой! Он стоит! Уйди! Уйди! Нет! Чё нахрен? Чё случилось? У меня сломалось все. У меня все сломалось! У меня сломались кнопки, в смысле? Ты охренел? Нет, слышь, Shadow Кот. Он сломал мне игру. В смысле? Я не понял. Чё случилось? У меня даже пасхалки не работают. Там написано don't... Что? Don't Greg... Какой Greg? Во что написано на этой стене? Я не понимаю. Ты видишь, что тут написано? Тут написано don't... Ну, типа, не... Что? Что? Какой Greg? Кто такой Greg? Я хрен. Я не знаю, может, я неправильно читаю, но... По-моему, я сломал игру. Мне что-то подсказывает, что я опять... Своими читерскими навыками... Которые я не могу, блин, контролировать, а игры просто ломаются, я ничего не знаю. Я Golden Freddy, это у меня, это мое призвание ломать игры. Любая игра, которой я притронусь, она ломается автоматически, я ничего не могу с ним поделать. Вот вроде нормальный ФНАК. Вроде ни у кого не ломался, у меня сломался. И чё мне делать? Не, ну как бы на часах 2 часа, может быть мы продержимся до утра таким образом? У меня ничего не работает, у меня планшет не работает, Чё происходит? Нет! У меня игра глючит! Охренеть! Чё с игрой? Тихо, спокойно, игра, Я понимаю, как, что я Golden Freddy, это все очень круто и весело, но не надо так ломаться, я сейчас обосрусь. Я думаю, что так быть не должно, да? Так быть явно не должно. Это не монтаж, друзья, это что-то происходит с игрой. Я в шоке, у меня шок. За это лайков уже миллион должны отсыпать. Вагон разгрузить лайков, ты смотри, что я сделал. Чё происходит? Игра сходит с ума просто, у нее паника, как? Чё за дичь? Я ничего не делал, у меня 3 часа ночи, игра с ума сошла, она сейчас взорвет мой комп, я не знаю, что случилось. Блин, мне страшно, друзья, мне страшно, чё сейчас, я не знаю, что сейчас будет. У меня паника, охренеть. Чё с игрой, чё с ней случилось? Кто из нас сломал игру? Shadow... Она успокаивается? Нет? Успокаивается? Нет? Она успокаивается. Что происходит? Я не понимаю. Я сломал ее лишь нет. Доживу до утра. Игра, пожалуйста, 4 часа. Я не знаю. Давайте посмотрим, что будет утром, но мне кажется, что я что-то сломал. Я такого не было никогда. Да ё-моё. Хотел для вас показать офигительную пасхалку. Я как бы ее показал, но, блин, я... Так, стоп. Игра успокоилась. Игра больше не глючит. Ты когда-нибудь такое видел вообще, а? Ты вот видел когда-нибудь такое? Я нет. Не, я, конечно, понимаю, что я мастер по ломанию игр, но чтоб настолько, ладно, окей. У нас 4 часа, у нас есть сейчас все шансы, у нас электричество до хрена. Кот вроде бы нас не терроризирует. Я не знаю вообще, где он. Кто такой Грег? Ну реально на стене написано Грег, я не знаю. Может, я неправильно прочел? Но у нас появилось 2 кота уже, кстати, на 2 колонках рядом, да. Дайте мне 5 утра и 6 утра. Это, конечно, самая замечательная ночь. Я понимаю, что тебе очень весело, но, по-моему, такого трэша еще не видел никто. Игра тупо начала баговаться очень жестко, и
Я надеюсь, мы доживем до утра все-таки. 5 утра. 5 утра хорошо. Хорошо, часы хотя бы не сломались. Часы не сломались. Я ничего не буду делать, понимаешь? Я лучше даже мышку трогать не буду. Я лучше просто посмотрю. И тебе советую. Не надо сейчас на паузу ставить. Вот лайк ты можешь сейчас тыкнуть. Мне кажется, своими лайками вы сейчас только остановили сумасшествие игры. Иначе, если бы вы лайки не поставили, она бы сломалась просто к хренам. Это просто какая-то жесть, такого еще не было. Я думаю, 6 утра все-таки будет, и мы продержимся эту ночь. Короче, я круче Shadow Кота. Shadow Кот хотел сломать мне игру, а я ему сломал игру. Ха! Shadow Кот уделан! Не, ну это было... Ну согласись, было круто. Если я сейчас доживу до утра, конечно. Я надеюсь, что будет утро. Я очень надеюсь, что будет утро. А, не забудь! Там написано «не забудь». Все, don't forget. Там написано «не забудь». Я понял, там буква F большая. Окей, а что мне не забыть-то? Не забыть сломать игру, я сломал. Я не забыл, я молодец. На меня смотрит бургер с глазами. Кто хочет бургер? Лайк в чат. В чат. Просто напиши, что ты хочешь бургер. Серьезно, мать вашу? Я сломал игру и прошел? Я прошел самый слой. Разблокирована камера 13. Чего вообще? Я прошел. Ну все, 1 000 000 лайков, друзья. Я прям просто... Чего это такое? Это кто? Кто это? Это секретный аниматроник? Как? Охренеть. Слушай, столько контента за одну серию. Это же просто шок. Я чувствую это. Время. Кровоточит. Кровь течет через мои руки. Я не знаю, это сумасшествие или что-то типа того. Ничего не работает. Мне нужно дальше работать, чтобы этого не произошло. Он просто похож на... На кого? Ай, ладно, просто надо поспать. Ненавижу эту работу, которая тратит мое время. Я чувствую себя безжизненным. Как он. Я не остановлюсь, пока не доведу его до совершенства. Конец записи аудиодневника. Ну, ты кто? Это Funtime Candy? Это новый аниматроник Funtime Candy, который будет во Фнаке 4? Охренеть. Четвертая звезда, друзья. Там за мной еще 2 звезды. 4 звезды у нас. Офигеть, мы разблокировали камеру 13. Я сломал к хренам игру. И что-то случилось. Я не знаю, друзья. Это все вы, и лайки, и комменты, и вы молодцы. Слушай, мы сейчас сделали невозможное. Так. А я код забыл. Я забыл код. Я хотел показать тебе скримак. 12, да? Я не помню код 12-20-20-04-19, что? Это уже какой-то номер телефона пошел, подожди. Я постараюсь, по-моему, 5, да, 2 и 4. 5, 2, 4, нет? Я не помню, серьезно, какой код? Этот код. Но у нас есть камера 13, как минимум. У нас есть уже камера 13, окей. Зачем нам камера 13? Так, ну ладно, окей. Вот эти пасхалка была вот эта вот, котяра? Не помню. Я правильно ввел код, нет? Нет, я неправильно ввел, тут крыса лежит. В смысле, крыса лежит в камере 13? А, они все пошли гулять? Ну я забыл код, все. Ой, обезьяна выходит. Меня сейчас убьют. Ну как бы ладно, меня убьют, но у меня есть камера 13, там крыса лежит. Отстань. Стало вроде поудобнее, да. Ну смотри, у нас есть камера 13, и на ней есть крыса, да? Мы ее разблокировали, я вас поздравляю. Хорошо, раз уж мы такие молодцы. Раз уж мы такие молодцы. И раз уж я забыл код, к сожалению. У всех, как я уже говорил, он... А может быть, я больше не могу зайти к Shadow Candy? Я, наверное, больше не могу зайти к Shadow Candy, да? Но он был стрёмный на самом-то деле. Я бы на самом деле не хотел смотреть его скримак. Хотя, может, мы его и видели, да? Пингвин, отстань. Ладно, давайте я проиграю тогда. И мы с вами посмотрим секретный секрет всех секретов. Ну, еще один там секретик есть. Тоже про него писали много. Надо просто поставить ночь свою и поставить всех на ноль. Всех на ноль, и тогда что-то будет.
А, еще потратить электричество. Да я... Блин, дебил, я же просто хотел проиграть тихо, спокойно, без скримеров, идиота, кусок синего. А, напугал, сволочь. Ладно, окей. Не, ну это было круто, согласись. Так, всех ставим на ноль и погнали. Нам сейчас надо просрать все электричество. Сейчас, короче, все аниматроники будут спать, а мы будем просирать. Угу. Вот именно так мы и будем делать, да. Все, погнали. Что там? Что там? Что там? Ты камера 12. Ну там крыса чилит, я не знаю. Крыса просто чилит. Крысе весело, она чилит. Короче, закрываем все. Закрываем все. И все. И можем посмотреть, можно активировать пасхалку, смотри. Может, мы найдем пасхалку с поп-госом, нет? Ладно, давайте вот эту. Офигенные пасхалочки. Кстати, многие написали, кто это такой, молодцы. Молодцы, и знают ютуберов, какие это, да. Так, еще пасхалочка. Ну, это давка, это понятное дело. Это вдруг кто-то не смотрел предыдущие серии? Вот вам пасхалки. Не, ну, пасхалки клевые. Пасхалки клевые, а больше нету, правда, пасхалок? Может, еще какой-нибудь есть? Может, еще какой-нибудь ткнуть? Вот на бутер, нет? Ой-ой-ой, я выключил камеру. Ой-ой-ой, тихо. Ну смотри, крыса-то чилит, ей вообще пофиг. Тут ничего нельзя тыкать, да, на этой... Подожди, а это разве не новый код? Подожди, так вот он! Так вот его рожа! Это же он, которого мы сейчас видели в катсцене, Funtime Candy, смотри. Да, у него вот рука такая и лицо, да, это он. Это он, я тебе отвечаю, только немножко какой-то добрый. А тот был немножко злой. Это злая версия Funtime Candy, которую мы видели. Получается, это создатель аниматроников создал еще одного Funtime аниматроника, Funtime Candy, и он, типа, сказал, что его все задолбало, ему надо поспать, но он должен довести аниматроника до совершенства, доделать его. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Это финальная, точнее, секретная катсцена была. За катсцену секретную лайк по-любому. Еще и 13-я камера у нас открылась. 13-я камера открылась, это круто. Это круто, и сейчас что-то будет. У нас совсем чуть-чуть осталось энергии, сейчас электричество у нас закончится, и что-то мы увидим. Ну, судя по вашим комментариям, я думаю, что что-то будет. Ну окей, давайте глянем. Пасхалочки потыкаем. Та-да, та-та-та-да-да, та-та. А вот и все, а вот и все, а вот и... А вот и все. Ну типа все. Электричество кончилось, кино не будет, все. Скримак? Какой-то секретный скримак сейчас будет? Я бы не отказался от секретного скримака. Чё? Теперь я реально это сделал. Переступив через себя, я остался в темноте. Это главный герой говорит? Это охранник говорит? Охранник же девушка, не? Мэри Шмидт. Нет больше электричества, нет больше света, ничего. Никакой опасности, не надо беспокоиться, не весело нифига. Просто я одна, наверное, в темноте. Это же как бы, ну, главная героиня, она же это Мэри Шмидт, это жена Джереми, который во FNAF 2 работает. Или, Майк Шмидт. Все, что я могу сделать сейчас, просто ждать. И подумать о том, что я сделала. А что ты сделала? Ты вроде охранник и все, не? Это пасхалка типа была? Я не понимаю, мы до утра сейчас будем ждать? Ты угораешь, да? То есть мне надо тупо сидеть... А я могу пасхалку? У меня даже курсора нет. Как тебе смотреть на черный экран? Напиши в комментариях, нравится? О, подожди. Так это тоже, это уже было. Теперь я сделал это. Да, это было только это. Текст повторяется. Ладно, как тебе смотреть на черный экран с текстом? Нравится? Ты сам мне сказал. Говорит, поставь всех аниматроников на ноль. Я поставил, вот что получилось. Нет света. Света нет, электричества нет, ничего нет, ничего нет. Эй, классно, да? Зато хоть на меня можешь посмотреть. А? Как тебе такое? На меня можешь посмотреть и порадоваться, что я есть вот тут сейчас, что я вот в уголке, вот тут тебя развлекаю. А кто тебя еще будет развлекать? Только я. Больше-то никого нет. Эй, приветик, кто там? Приветик, пацаны. Давайте потанцуем. Мы прошли игру, и я сломал ее, а потом появился Shadow Code, который мне тоже игру сломал. Мы с ним вместе игру сломали, на пару на самом деле. Он же тоже баганый какой-то. Он тоже забаговался, и мы своими совместными силами, плюс еще вы в чате там лайков понаставили, да?
Вот и так вот все и сломалось к хренам. Зато мы прошли, это же самое главное, мы прошли игру, это круто. Вот, у меня сейчас, что мне, а что мне делать-то? А что мне делать? А мне нечего делать. Я вот думаю, что дальше снимать. Ты вот ходишь на мои стримы, скажи, вот ты вот. Вот именно вот ты вот сейчас смотришь. Видос ты вот. Ты сейчас на меня, тебе не на что сейчас смотреть. Тут черный экран с текстом моего видели. Вот ты, скажи, вот скажи честно, в комментариях напиши. Под видео в комментариях напиши. Ты ходишь на мои стримы? Вот на самом деле, я буду рад тебя видеть на своих стримах. Если ты будешь приходить. Если ты ходишь, ты уже молодец. Вот. Надеюсь, ты лайки ставишь. Да, это было бы круто. Ну и комментики там пишешь, то там вот внизу, там комментики, я читаю их, я вижу, сколько комментов, дочитал, аж 3 пасхалки показал, да? Классно же? Вот, я вот думаю, что следующий видосик, наверное, сниму, может быть, в аниматроников пострелять, помнишь, я снимал тебе, где я аниматроников с дробаша там ушатывал, там, с пулемета, с ракетницы, там, вот это вот, надо же доснимать ее, да, как думаешь? Наверное, досниму, Потом про Duck Season спрашивал, сейчас тебе отвечу. Вот, а что делать? Все равно черный экран. По поводу Duck Season, я, наверное, знаешь, как сделаю? Я, наверное, на стриме ее пройду. Вы мне там будете подсказывать, где там концовки, где что. И, наверное, на стримчике мы с вами пройдем Duck Season. Не знаю пока когда, но обязательно сделаем. Потому что записывать никак-то неохота мне Duck Season. Я вот больше FNAF люблю, вот фанатские FNAF и всякие. Ты что же FNAF любишь? Вот по-любому ты FNAF любишь. Вот, ну, то лайк поставь, если ты FNAF любишь, как бы, а то мало ли, может, не любишь. Я же для тебя не только FNAF снимаю, я же для тебя снимаю и там разные игрушки на стримах снимаю для тебя, и хорроры снимаю, вот, и много чего снимаю, вот. По поводу коопа многие спрашивают, ну кооп будет, я надеюсь, когда-нибудь все-таки будет, может быть и FNAF 4 там в коопе выйдет, это тоже было бы классно. Все, хоть посидим, хоть с тобой, хоть пообщаемся в тишине, а то что... тихо, ничего нету, ничего не происходит. И тут темно, как бы, ты не бойся, ты как бы темно, ты ни скримаков не будет уже, все, тут сказали. Все аниматроники на нуле, все они спят, как бы пофигу вообще. Вот, мы с тобой можем так спокойненько поболтать пока, да? Как у тебя дела? Напиши в комментариях. Вот как вообще жизнь? Че, где отдыхал летом? Где отдыхал? Ну, по-любому, что где-то отдыхал. Уже сейчас уже скоро, вот уже сентябрь, скоро уже школа начнется, да. Ну ты-то где-то отдыхал же, наверное. В лагере, может, ездил, в на море на какое ездил. Напиши, я почитаю обязательно. Потому что а чё мне делать? В темноте сижу. Грустно. Главное, ты со мной. О, все, утро! Мы продержались, офигеть! Дружище, мы смогли. Все. Давай, дай мне 5. Оп. И мы молодцы. Мы с тобой затащили. Вот такая вот ночь необычная была. И нам дали розовый лист. Ну, нас уволили, к хренам. Типа нас уволили и все. Ну ладно, уволили только уволили. Не очень ты хотел тут работать, скажи. Че там работать-то, ну? В общем-то, это все. В общем-то, это все, что я хотел тебе показать. Мы посмотрели абсолютно все, что есть в этой игре. Мы прошли на 4 звезды. Это полное теперь 100% прохождение. Больше здесь пасхалок, секретов нет. Мы с тобой посмотрели все. Это было очень круто, надеюсь, тебе понравилось. Теперь точно 5 ночей с Candy's Remaster полностью пройден на моем канале. Надеюсь, тебе понравилось это классное прохождение. И ты уже поставил кучу лайков. А мы будем ждать с тобой новых, других интересных игр. Всем удачи и всем пока!